Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет необычный выпуск. Я буду делать видео про Алмату, про свой любимый город, родной, в котором я родился. Открою для вас двери своего дома, и еще мы с вами немного поиграем. Некоторые из вас уже знают, что я переехал в другое место. То есть я сейчас не живу в том доме, в котором мы жили всей семьей раньше, потому что... Ну, во-первых, он очень большой для меня одного, и я понимаю, что мне нужно что-то поменьше. Я очень сильно люблю этот дом, в котором мы жили. Я его строил сам. Буквально вчера смотрел фотографии, как я его строил. 10 лет назад, мне было тогда 22 или 23 года, наверное. Я уже думал в то время о том, что мне надо построить дом, о том, что мне надо что-то свое. Я хотел, чтобы там жили мои родители, моя семья, моя супруга, дети, но, к сожалению, получилось немного иначе. На самом деле, очень много людей, которым интересно узнать, куда я переехал, куда я поселился. Я даже делал опрос в Инстаграме. 97% ответили о том, что им интересно о том месте, куда я приехал, где я вообще живу. И я решил для вас сделать небольшой обзор, экскурс этого места. Это место, оно уникально тем, что, во-первых, оно находится у подножья Алматинских гор, то есть горы у нас там, сам город Алмата там. Примерно 10 минут, наверное, езды от центра города. Течет речка, вот такая вот. Идеальное место вообще для занятия спортом, просто для каких-то обычных даже прогулок и единения с природой. Для меня это очень важно сейчас, потому что, наверное, я научился ценить покой, какое-то, может быть, свое такое одиночество, компанию с самим собой. И мне очень сильно нравится, что здесь практически нету людей, очень мало людей. Если даже они есть, то они, скорее всего, приезжают на машинах и сразу заезжают в паркинг. И то есть здесь мы даже с соседями никак не контактируем, никак практически не пересекаемся. Ну, наверное, такое ощущение у меня даже здесь, что я попал куда-то за границу. Это действительно уникальное место для Алматы. Я сразу в него влюбился. И сразу понял, что я хочу здесь жить, и я буду здесь жить. Я думаю, многим из вас, большинству будет интересно цена, стоимость вообще всего этого. Квартиры в этих домах начинаются от $1 000 000 стоимость. Еще здесь есть коттеджи в той стороне, там ниже. То есть это большой такой комьюнити, так сказать, с коттеджами, с квартирами. Из-под крана у меня течет чистая вода с ледника. То есть это... талая вода, которая продается в бутылках там по 3-4 доллара, французы продают, она у меня течет из-под крана, поэтому мне даже не нужен фильтр или не нужно покупать воду, как мы делали раньше в больших бутылках. Для меня это очень важно, потому что я пью много воды и я люблю чистую воду, я чувствую вкус чистой воды. Важно для меня, что много зелени, я очень люблю деревья. Если кто-то не знает, в том доме, где мы жили раньше, я посадил около 100 саженцев. Естественно, не все они принялись, не все они сейчас растут, но посадил много деревьев. Поэтому, пока вы молоды, пока у вас есть возможность, я думаю, что каждый должен хотя бы посадить там 10-20 деревьев, чтобы что-то после себя оставить. Потому что человечество, оно в основном... больше, наверное, уничтожает зелень, и мы приносим больше вреда, чем даем пользы какой-то для нашей природы. Берегите природу, мать вашу. Еще примечательно то, что здесь разные деревья, разные виды деревьев, хвойные, дубы, фруктовые деревья есть, и это, конечно, классно. Мне нравится, что здесь очень тихо. То есть вот сейчас я слышу только звуки каких-то зверей, птиц, и
шум речки, все. То есть здесь больше ничего нету. Вот так окна мы выходят на вот этот лес. То есть я просыпаюсь, и вот такая у меня здесь картина. Уверен, что зимой или летом здесь гораздо краше это все выглядит. Что вам еще рассказать? Спасибо всем тем, кто посмотрел мое видео, поставил лайк, поставил дизлайк, написал комментарий. Неважно, какой комментарий, потому что когда под видео автора оставляют комментарии люди, зрители, любые комментарии, YouTube помечает это видео как какое-то популярное или какое-то интересное и начинает его рекомендовать. За счет этого видео набрало около 50 тысяч просмотров, и поэтому большое вам спасибо, даже те, кто пытался меня чем-то обидеть или унизить, или еще что-то, всем спасибо. Для меня это очень важно, и я очень благодарен, и поэтому я даже решил вот записать такое внеочередное видео здесь и сейчас. Вы проявили большой интерес ко мне как человеку. Для меня это, конечно, это мне льстит, мне это приятно, так сказать, осознавать. И на самом деле вот эти комментарии, да, когда люди пишут там какие-то оскорбления или еще как-то пытаются, может быть, я не знаю, какие цели они преследуют, эти люди, но эти комментарии, они мне дают как будто бы силу какую-то, энергию. То есть я вижу, что человек написал, и я думаю, как так? Почему он так думает? И я начинаю хотеть уже с ним установить контакт. Я начинаю общаться с этим человеком, раскладывать его мнение, как-то там копаться. И в итоге получается так, что он либо перестает, то есть оппонировать, либо извиняется. Я снимаю видео для общения, то есть для того, чтобы общаться с людьми. Миллионы людей имеют свои каналы на YouTube, они рассказывают там вообще абсолютно на разные темы, и я заметил, чем бредовее тема, чем бредовее канал, чем бредовее автор, тем больше у него подписчиков и больше у него аудитория. Все равно я прожил жизнь, мне уже больше 30 лет, и я много в этой жизни прошел, прочувствовал и через себя пропустил, и я думаю, что мои знания, мой опыт будут кому-то полезны. Я знаю очень много инсайдерской информации о том, как вести канал, как продвигать канал и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы хотите создать, начать вести свой канал на YouTube, если вы хотите узнать больше информации, больше тонкостей, разных всяких секретов, вы тоже можете меня либо спросить в комментариях, либо просто поставить лайк под этим видео. Эти дома все, они между собой соединены маленьким таким коридорчиком, проходом, и из каждого дома можно в другой дом попасть там буквально в халате, и проходит большой коридор, вот снизу, вот сюда фитнес. В этом фитнесе есть большой бассейн, вот это здание фитнеса, туда можно пройти. Он наполнен талой водой, то есть вода спускается с гор, с ледника, и они его полностью наполнили, то есть публичных мест у нас в Алма-Ате таких нету, чтобы был бассейн и он был наполнен талой водой. Талая вода — это та вода, которая для человеческого организма очень полезная. Она только спустилась с гор, она не была там в трубах, не была отравлена какими-то химикатами, хлорка, еще чем-то, и многие люди специально из города даже приезжают сюда купаться в этом бассейне. Оказывается, в Алма-Ате тоже есть такие места, в которых можно достойно жить и окружить себя природой и чистотой, и для этого не обязательно куда-то ехать, уезжать и вообще менять свою жизнь. Все у нас здесь есть под ногами. Но, как говорится, не попробуешь — не узнаешь. Вот видите, белка, орешек кушает. Вот так выглядит моя квартира снутри. Это коридор, прихожая. Я здесь разуваюсь, сразу раздеваюсь. Потом мы сразу попадаем на кухню. Здесь нас встречает девушка. Я почему-то думаю, что это голубоглазая блондинка.
Как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Кухня совмещена с залом. Это, можно сказать, как бы студия или я даже не знаю. Но мне эта планировка очень нравится, потому что здесь у меня все рядом. Мне не надо спускаться там со второго этажа на первый, чтобы попасть, допустим, с зала на кухню, как это у меня было дома, когда я жил, когда я спускался там со второго этажа на кухню, чтобы попить воды, и забывал, что я хотел попить воды, поднимался и так несколько раз. Квартира очень светлая, но сегодня пасмурная погода плохая, и сегодня это не видно, незаметно. Самое интересное здесь, это, конечно, вот этот вид, этот балкон, терраса. Когда это здание построили, здесь полностью было уже все установлено. Техника, мебель, были покрашены стены, двери установлены. То есть эта квартира сдавалась чистовой отделке. Это хорошо тем, что люди, которые заезжают в квартиры, они не делают ремонт по очереди, нет вот этой всей грязи, шума, пыли. И если будете покупать квартиру, учтите, что когда вы покупаете в черновой отделке, это вы обязательно столкнетесь с вот этими неприятностями, так сказать, потому что один человек может закончить, сделать ремонт, после него начинает другой, и вот это вот так все идет по кругу бесконечно. Вверху есть специальные такие отверстия, через которые я могу включать кондиционер и устанавливать просто температуру, и здесь будет поддерживаться определенная температура, либо 30, либо 20, хоть сколько градусов. Неважно, любая температура можно установить, и центральный климатизатор будет ее поддерживать. Вот так я выглядел в детстве. Это моя детская фотография. Наверное, возраст примерно саран. Счастливый ребенок. Я вижу такого ребенка у себя внутри, вечно там какого-то веселящегося, смеющегося и радостного. То есть с самого детства я был жизнерадостным вообще. Человеком любознательным, любопытным. И эта фотография, она отражает. Я могу связываться с охраной, видеть, кто пришел. Могу просто позвонить по телефону с охраной, связаться и сказать, чтобы открыли. Здесь есть магнитные замки. Вот они установлены. И вообще, по идее, можно эту дверь открывать с карточки. Вот здесь карточка. Санузел тоже. Это полностью все здесь было уже установлено. Ванны, раковины. Сантехнику полностью все установили, это очень важно, потому что это все сделали профессионально, качественно, не надо было никому ходить следить. Здесь стояла биде рядом с туалетом, я ее снял, поставил стиральную машинку. Большая ванна, но для меня это тоже не особо актуально, потому что здесь рядом Люксор, буквально в 6 минутах ходьбы от этого места, и я могу ходить в Люксор, купаться там в большом бассейне, в спа, и в общем нормально. Здесь тоже шкафы, я там как попало раскидал свои вещи, потом чуть попозже разложу. Большая кровать, она примерно квадратная, примерно 2 на 2 метра. Ставил свой компьютер временно, потому что периодически я работаю, монтирую на нем видео, и пока он у меня здесь стоит, но я думаю, в будущем я его перенесу в зал. Скорее всего, вот эти диваны, может быть, один я сюда поставлю, один еще куда-нибудь. И сюда большой стол, удобное кресло привезу. Вот эти стеклопакеты, они очень качественные, они хорошо держат тепло. Вообще не проводят никак звук, потому что, если открыть, слышно какой-то шум, как речка шумит. Собачки лают. Если закрыть, тишина. Большой такой балкон, большая терраса. Вот эти штучки, они специально защищают от солнца, от того, чтобы снизу никто не мог увидеть. Их можно двигать. Прямо, если присмотреться, видно, как тебе. И вот с таким видом я просыпаюсь, выхожу на балкончик, пью кофе. Когда в городе идет дождь, здесь будет обязательно снег. Ну, вот в такое время. Один мой друг сказал, что это место похоже на санаторий. Да, я чем-то согласен, потому что свежий воздух и, ну, вот примерно вот такой вот вид. Я так понимаю, здесь была только одна вот эта колонна. И вот здесь тоже вот эти все коммуникации, отопление, электричество.
Вот эта штука, она создана из специального такого ДСП, из дерева. То есть она является как перегородкой. В этих ящиках очень много моих вещей, всяких разных документов. Да, очень много всего помещается снизу и сверху. А здесь можно просто поставить. И белый цвет, на нем всегда меньше видно пыль или какую-то грязь, чем на темном или даже на обычном простом таком. Квартира 8 на 8 метров, они ее разделили пополам. Здесь поставили просто два окна. Здесь зал с кухней, как я вам уже показал, там спальня и санузел. Холодильник я вам, наверное, не буду показывать в этот раз, потому что там практически ничего нету. Я готовлю очень мало, редко, но в будущем, наверное, буду больше готовить. Еда у меня вся спрятана здесь. Я ее стараюсь держать где-то подальше, чтобы не было соблазна покушать и вот эти всякие перекусики. То есть захотел покушать, покушал, все, занимаюсь своими делами. Для меня очень важно порядок, вот этот минимализм, чистота. То есть я отдыхаю, когда у меня все где-то сложено на своих местах, все разложено, я знаю, где у меня что лежит. И вот в таком месте, в такой ауре, в такой обстановке мне гораздо приятнее проводить свое время и вообще отдыхать от работы или там от какой-то суеты. Я безумно люблю порядок, я, наверное, можно даже сказать, помешанный на порядке какой-то педант. Но, как мой сказал один друг, чтобы навести порядок в голове, надо сначала навести порядок вокруг себя, и чтобы вокруг вас окружал порядок. Когда вокруг вас будет порядок, тогда вы уже сможете взяться за свою голову, за свои мысли. Если вам еще что-то интересно узнать, пишите в комментариях, я обязательно отвечу на все вопросы. А теперь давайте присядем и поговорим с вами немного. Возьмем компьютер, включим и поиграем. В наше время сейчас стало очень модно в YouTube играть какие-то роли, быть какими-то специалистами. Любой человек без образования может стать психологом, бизнесменом, врачом, косметологом. Поэтому я тоже с вами решил сегодня немного поиграть. И играть мы будем с вами сегодня в детектива. Несколько дней назад я проснулся, увидел у себя много сообщений, много просмотров. Ну, большую активность, то есть обнаружил. И мне, я же любопытный детектив, мне стало интересно, откуда идет этот источник трафика и вообще, кто его мне нагоняет, так сказать, бесплатно. Огромное спасибо автору, огромное спасибо источнику трафика. В Инстаграме кто-то написал, что, оказывается, моя бывшая жена выпустила видео, где она там рассказывает про каких-то тиранов, еще про кого-то. И мне, конечно же, стало интересно, я пришел вечером домой и начал разбираться. То есть я начал смотреть, что вообще там почем и что вообще происходит. Касательно тиранов, я вам могу сказать только одно, если вам эта тема интересна. Любой человек с вами, неважно, мужчина, женщина, ребенок, даже животное, даже собака, неважно, кто будет с вами вести так, как вы этого захотите или так, как вы себя поставите. Если вы захотите быть, к примеру, слабым там, какой-то жертвой, рядом с вами будет, не знаю, там, тиран, агрессор, ну, как хотите, называйте. То есть все будет зависеть от вашего поведения. Любой человек – это ваше отражение. Любой человек с каким-то другим человеком, он так контактирует уникально по-своему, и его поведение не повторяется. Есть одна очень интересная теория, если вам вообще вас заинтересовала эта тема, и вообще вам интересно именно вот это направление, вы можете изучить теорию Картмана. Агрессор или там тиран, как хотите, жертва и спаситель. То есть суть этого треугольника в том, что каждый человек, который более-менее взрослый, который живет на этой планете, уже был в этом треугольнике, он уже оказался. Каждый человек через это прошел. То есть кто-то был когда-то жертвой, кто-то был когда-то агрессором, кто-то был когда-то спасителем или там наблюдателем. И самое интересное заключается в том, что эти роли в этом треугольнике, они постоянно меняются.
Поэтому самое главное вовремя выйти из этого треугольника. То есть, если вы туда попали, и вы осознаете, что вы сейчас находитесь в этом треугольнике, вам надо просто-напросто его покинуть. И самое главное, третье, что нужно добавить по этой теме, если вам кто-то говорит, что это невозможно, не получится, ничего не выйдет, сразу задумайтесь. Если рядом с вами человек такой, то вам надо подумать, нужен вам этот человек в вашей жизни или не нужен. Потому что в нашей жизни ничего не бывает невозможно. Нет ничего такого, чтобы вы не смогли сделать. Наша жизнь, она настолько уникальна, настолько непредсказуема, настолько вообще бесчетное количество в ней всяких разных ходов и вариантов. Это то слово, которое нужно выкинуть из своей головы и выкинуть из своей жизни и вообще из своего лексикона и своих мыслей. Потому что я это понял буквально несколько месяцев назад, когда я оказался в горах в Шамани, и я практически в одиночку поднялся на пик Монблан. Это самая высокая точка Европы. Поставил себе цель и поднялся. Тут вам кто-то сидит на ютубчике, говорит, что это возможно, это невозможно. Я сейчас не говорю ничего про свою бывшую жену или там еще про кого-то. Мы обратимся к математике, к одной из самых точных наук. Если мы возьмем 0 в нулевой степени, в некоторых случаях будет 1. То есть даже математики, они не могут прийти и понять, что вообще на самом деле возможно, что невозможно. Инженеры, великие там умы, которые гении вообще, можно сказать. Возможно, все ровно то, что будет в вашей голове. Поэтому давайте, друзья, эту тему закончим. Вот эти какие-то клички, ярлыки на людей вешать перестанем, потому что в мире этих ярлычков и кличек, и каких-то определений людей очень много, и существуют и роковые женщины, и существуют меркантильные женщины. Но самое интересное не в этом. Самое интересное заключается в том, что под видео автора завелся определенный такой персонаж, я бы сказал, потому что я таких людей никогда не встречал. Я начал читать по диагонали его комментарии, что он типа пишет защиты женщин. Ну, он представляется мужчиной, который летчик. В двух словах, да, я бы сказал, что я даже с ним согласен, но я не согласен в том, что он пишет тут такие громкие слова, потом начинает использовать нецензурную лексику. То есть это уже человек себя показывает не с хорошей стороны. Я не знаю, кто он, мужчина или женщина, неважно. То есть этот человек, любой человек, когда использует нецензурную лексику, в моих глазах он показывает, наверное, какую-то ограниченность, старается унизить здесь, оскорбить мужчин себе подобных и возвысить женщин. То есть любите себя. Естественно, девушки в шоке, девушки им восхищаются. Этот комментарий собрал 308 лайков. То есть основная часть аудитории автора согласна с этим человеком. И то есть она уже начинает доверять ему. То есть уже, грубо говоря, этот человек, да, этот человек Серж Московский, который пишет эти комментарии, он уже имеет влияние. Он себя описывает как женатого мужчину, у которого есть семья и так далее и тому подобное. То есть вопрос номер один. Если у человека есть семья и у него все в порядке с жизнью, да, то тогда что он делает здесь на женских каналах? Что он здесь забыл? Ладно, допустим, я, это там может быть моя какая-то прошлая жизнь, прошлая семья, я там захожу на своего ребенка посмотреть хотя бы через YouTube. Но что делать здесь вот этому женскому Робин Гуду, так сказать? Он пишет: «Мне уже исполнилось 48,
а я из другого мира, я есть в Вайбере и WhatsApp. Можете написать, если будет желание. Я в Москве живу, работаю в аэроклубе. Приезжайте. Авиация – это море позитива. Сначала грамотно постелил кроватку, грамотно все разложил, а теперь он пишет: «Я из Москвы, дайте вайбер, напишите мне на вайбер и приезжайте». Человек, у которого семья, дочка, которую он любит, мама там, которую он любит, папа, он вообще будет, мужчина, которому 50 лет почти, он будет вообще такое писать незнакомым девочкам? Естественно, найдутся люди, которых там, может быть, бросил парень или кто-то с кем расстался. И тут Серж говорит такие вещи, с которыми я, в принципе, согласен, но... Зачем давать свой вайбер или там с кем-то общаться по WhatsApp? Почему именно это должно происходить через какой-то там клуб, через какую-то секту или через WhatsApp или вайбер? Кто там вообще будет? Эти комментарии, они оставляются именно под женскими видео, где собирается очень много женщин. Очень много женщин, которые, может быть, даже не успели набраться опыта, пожить в этой жизни, не успели... понять, что в этой жизни бывают и не совсем порядочные люди, бывают корыстные люди, которые, которых разоблачить даже не составляет труда. Если вы, уважаемый Серж, да, хотите помочь людям, хотите помочь девушкам, каким-то там брошенным, оказать какую-то психологическую поддержку, почему бы вам, допустим, не создать свой YouTube-канал и не записывать видео, так как я сейчас записываю? Или, может быть, если у вас есть желание, давайте мы с вами устроим видеосвязь. Я включу скайп, включу камеру, мы с вами пообщаемся, я вам задам вопрос. Может быть, вы меня научите, как правильно жить, и, может быть, вы будете для меня полезным. Я предлагаю устроить такую видеоконференцию. Давайте всем покажем ваше лицо, может быть, мы сможем показать вашу счастливую семью, супругу. Вообще, как ваша вот супруга относится к тому, что вы общаетесь в комментариях под женскими видео? Как вы, как она относится к тому, что вы молодым девчонкам раздаете свой вайбер, свой ватсап, приглашаете в аэроклуб? То есть ваша супруга, она это одобряет или нет? Очень рад, если вы меня поддержите комментариями под этим видео, лайками, потому что сейчас у меня появилось больше времени, и я могу это время уделять общению с вами, я вам могу делиться своим мнением с вами и записывать вот такие вот видео срочные и сразу срочно их выкладывать. Конечно же, я буду продолжать видео выкладывать из своей прошлой жизни, потому что они у меня идут по порядку. Там будет еще Америка, Франция, Турция, опять Франция. Очень много я путешествую, и будет много ярких воспоминаний интересных и моментов из жизни, с которыми я с вами поделюсь.